Партизан? Пошли со мной. У гауптштурмфюрера ты живо заговоришь. Быстро! Быстро! Дверь! Быстро! Еще партизаны. В укрытие. Без моего приказа не стрелять. Эй, кто здесь? Осмотреть дома. Люк, за мной. Куда они исчезли? На дороге их не видели. Они, наверное, еще здесь. Стой! Что такое? Это доктор Данге. Что вы здесь делаете? Вы один? Да. А ваша семья? Они в городе. Я приехал после. И очень испугался. Я видел их. И спрятался. Они уехали? Их было много? Десяток. Они поехали в Кос. Шеф! Один тут валяет! Dû se défendre. Вы поедете с нами? Думаю, что нет. По-моему, это неразумно. Вы совсем один, они могут вернуться. Но ваше дело. Во всяком случае, вы недолго будете один. Я пришлю людей из Монтрику. Двух человек на транспортер. Навесьте пулемет на дверь. Остальные к обрыву. Связать канат. Привязывайте покрепче. Слушаюсь. Вольфганг, спускайся первым.
Жюльен, если будет мальчик, назовем его Давидом. Вон партизан на террасе. Спрятался за стеной. Бросай гранату. Мы в ловушке. Вокруг партизана. Нам, пожалуй, отсюда не выбраться. Наше должно быть уже далеко. Никогда уж нам не видеть Германии. Нам остается одно. Продать свою шкуру как можно дороже. За фюрера, за народ, за отчизну. На обреченные на страдания, знай, что вам суждено в ближайшую неделю познать радость освобождения. Страдания изгнанных и смерть погибших будут отмщены. Не слушайте словные вымыслы вражеского радио. Не поддавайтесь панике и чувству обреченных. Да что она делает? Нужно же было предупредить. Послушай. Может быть, она не хотела ехать ночью, приедет завтра утром? Да уже утро, уже. Да перестань ты. 5:30 это еще не утро. Перестань. Ладно. Послушай, Франсуа. Что? Она ужасно вздорная, такая непредсказуемая. У нас с ней все так быстро произошло. Я все время боюсь, что она когда-нибудь уйдет от меня.